Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я буду готовить очень вкусное блюдо. Готовится это из свинины мяса, очень вкусным соусом. Это блюдо можно подавать в праздничные дни. Оно можно подавать в праздничные дни, как горячее блюдо. Получается очень сочным, очень вкусным. Готовится очень легко, доступными продуктами. Самое главное, получается очень вкусно. И для этого нам понадобится свинины филе. Можете взять и говяжины. Потом здесь 3 столовые ложки майонеза, 3 столовые ложки сметаны, немножко соли, черный перец, 2 луковицы, 2 ложечки чеснока и понадобится тающий сыр. Можете взять любой тающий сыр. И понадобится приблизительно 2-3 штуки картошки. В первую очередь мясо я буду нарезать приблизительно толщиной 2 сантиметра. Я уже заранее мясо очистила от всего лишнего. Потом слегка буду отдувать кусочки, но не нужно это делать очень сильно. Смотрите, вот такой толщиной должны довести приблизительно 1-1,5 сантиметра. И так будем делать остальным мясом. Вот таким образом я отбивала. И сейчас мясо я буду фаршировать. Мясо добавлю черный перец. Это можете добавлять по вкусу. Соль. И буду измельчить чеснок. И добавлю сюда. И все это хорошо буду перемешать, чтобы мясо хорошо замариновалось. Мясо пока оставлю в сторону, чтобы немножко замариновался. И сейчас займусь соусом. Приготовление соуса. Сюда буду добавлять сыр, сметану, майонез. У меня майонез домашнее приготовление. Если хотите, я ссылку буду оставить под этим видео. Заходите, смотрите. И сейчас все это нужно хорошо перемешать. Соус оставлю в сторону и сейчас буду натереть картошку и мелко буду нарезать лук. Натерла и картошку. Сейчас остался только мелко нарезать, очень мелко нарезать лук и уже будем собирать мясо. Мелко нарезала лук. Форму для выпечки я застелила пергаментной бумагой. Сверху добавила оливковое масло. Равномерно распределила. Буду вкладывать мясо. Сверху буду смазывать томатной пастой. Потом сюда буду добавлять мелко порезанный лук. Потом к луку буду добавлять
сверху картошку. Вот так я распределила картошку. И сейчас в конце буду добавлять уже соус. И эту вкуснятину я отправлю готовиться в духовке 200-100 градусов 40-45 минут. Итак, мои дорогие, у меня мясо уже готово. Хочу нарезать и показать, как получился внутри. Смотрите, как хорошо готовился мясо. Внутри мясо получается очень нежным и сочным, а наверху покрывается золотистым хрустящим корочкой. Надеюсь, вам понравится мой этот рецепт. Если да, то пожалуйста, поставьте лайк. Если не трудно, то подписывайтесь на мой канал. Увидимся очень скоро. Пока-пока.